На мой взгляд, Россия будет. Россия будет. Потому что бывали разные времена, когда все стояло на грани жизни и смерти, когда сжигали Москву, когда распадалось на мелкие княжества, потом все собиралось. Собиралось великими императорами по имени Петр, великими диктаторами по имени Сталин, великими партиями по имени Коммунистическая партия Советского Союза. Потом мы потеряли и потерялись для того, чтобы снова себя найти. Что будет с Россией, зависит от Бога и от людей. Что касается Бога, не вправе судить. Что касается людей, то я думаю, в этом не одинок. Если любить то, что вокруг тебя, то значит, страна будет жить. А терпеть мы умеем. Нас научили еще в прошлом веке. Ой, как научили. Поэтому передюжим. Сейчас пришло время ответа на внутренние вопросы. Раньше мы задавали их налево и направо, а сейчас задаем самим себе. Как только начали задавать вопросы себе, значит, точно найдем наиболее верный ответ. Потому что вопрос себе – это вопрос, адресованный своему сердцу. А сердце подскажет.